Приветствую вас на канале Банковский. Сейчас мы с вами разберемся, как же узнать, к какому номеру привязана банковская карта. Если вы вдруг забыли данную информацию, то самый простой вариант – это можно посмотреть в личном кабинете. Поэтому, если у вас личный кабинет был зарегистрирован, и вы в него вошли и сохранили эти данные, то входить заново повторно вам можно будет без какого-то подтверждения по SMS-коду. К примеру, это как приложение личного кабинета Сбербанк онлайн, то вы туда входите по короткому коду, пятизначному, да, либо там отпечатку пальца, либо Face ID. То есть никакие подтверждения на номер телефона вам не приходят, а входит данное приложение. Поэтому, зайдя в него, вы можете перейти через настройки в информацию по уведомлениям какой-то определенной банковской карты. И там вы увидите номер телефона, к которому банковская карта привязана, на который приходят уведомления. Если, к примеру, у вас нет такой возможности, да, то один из вариантов – это позвонить по горячей линии в Сбербанк. По звонку оператор у вас, допустим, спросит какие-то личные данные для подтверждения вас как идентификации вас как владельца банковской карты этой, да, и тогда скажет вам последние 4 цифры номера телефона, уточнив, что этот ли номер телефона является вашим основным или нет. То есть, как бы, если вы знали до этого свой номер, да, то вы, соответственно, сразу поймете, что эти 4 последние цифры были от такого-то номера телефона. И потом в дальнейшем либо можете самостоятельно там изменить его, либо определитесь уже, хотя бы будете знать, да, какой номер привязан к банковской карте. Либо же, если не можете, к примеру, позвонить оператору, вы можете лично обратиться в отделение Сбербанка для уточнения данной информации. И тогда вам тоже там подскажут, на какой номер у вас зарегистрирована ваша банковская карта. То есть, как видите, при любом раскладе вы можете это сделать как в личном кабинете, как по звонку оператора, так и лично обратившись в отделение Сбербанка. То есть, в принципе, по любому вопросу, обратившись в отделение Сбербанка, вам смогут помочь и подсказать ту информацию, которая вам нужна. Под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, можете ознакомиться. А это видео было записано специально для канала Банковский. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, и всем пока!